Долг Красногорска за ресурсы уменьшился в 8 раз всего за 3 месяца. По состоянию на октябрь сумма задолженности перед региональными поставщиками составляет 51,4 миллиона рублей, тогда как еще в июле эта цифра превышала 400 миллионов. Положительной динамики, отмечают в администрации округа, удалось добиться в частности благодаря компании «Любить платить», в рамках которой областная госжилинспекция совместно с правоохранительными органами ведет активную работу с должниками.